Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки-развивашки, и сегодня мы продолжаем вместе с нашими супергероями спасать нашего супер-Хэнка. А сегодняшний наш супергерой – это наша супер-Анжелочка. Ну что, друзья, вперед, поехали! Давайте не терять ни минуты. Очень хочется поскорее спасти нашего Хэнка. А вот и он, посмотрите. Ай, это енот. Енот украл нашего супер Хэнка. Так, ребят, цель наша — собрать как можно больше золотых монеток и как можно больше енотиков. С помощью енотиков мы можем открыть наши сейфы. Вот, вот тебе громила. А с помощью, ребятки, золотых монеток мы можем немножечко отреставрировать наш город, который очень разрушили вот эти вот злые воришки, енотики. Так, а я выбежала на основную трассу и продолжаем собирать монетки и воевать с енотами. Ребята, а вы уже играете в эту игру? Кто играет, не забудьте поставить свой лайк. И, конечно же, скорее подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Нажимайте на красную кнопочку «Подписаться». И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых наших видео. О, нет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, у меня есть 5 красных карточек, которые спасают жизнь моих супергероев. Я продолжила игру, конечно же, друзья. И продолжаю собирать монетки и воевать с енотами. И я даже взяла магнитик. Отлично. Вот так вот. Так, какая же сильная наша супер Анжела. Я очень рада, что мы ее спасли. Ребята, кто не смотрел предыдущую серию, обязательно посмотрите, как мы спасали нашу супер Анжелочку. Это было очень круто. Мы боролись с боссом енотом, представляете? Так, а я снова выбегаю на набережную кошечки Анжелы. Здесь так клево и круто. Мне очень нравится набережная. Ребята, а есть из вас уже такие, которые спасли супер Хэнка? Если есть, поставьте лайк. Мне очень интересно, что же будет дальше, когда мы спасем супер Хэнка. Опа, ныряем. Отлично. Осторожнее, осторожнее. Ай, мы пропустили супер прыжок, как жаль. Громила, вот тебе еще. Получайте, еноты. А ну брысь нашего города. Это наш город. Так, у меня уже 67 уже даже енотов. Но монет, я вам скажу, не очень много, так что давайте постараемся как можно больше собрать монеток. Я взяла бронь, это очень хорошо. Теперь мне ничего не страшно. Ребят, пока не буду выбегать я на основную трассу, давайте побегаем на набережной нашей Анжелочки. Енотики, енотики. Так, мешочек с золотом мне даже удалось взять. И собираем монетки. Вау! Фу, чуть не врезалась. И еще мешочки с золотом. Это очень круто. Мне как раз очень нужны монеты. Сейчас, ребятки, посмотрим, сколько мы соберем вместе с вами монеток. И обязательно пойдем немножечко попробуем отреставрировать наш любимый городок. Так, бронь. Фух, класс, я взяла бронь. Вау! Мы снова на крыше какого-то огромного дома. Ой, мамочки. Вау! Юху! Вот это прыжок. Осторожнее. Да, здесь, ребятки, столько препятствий. Ай! Ну, к сожалению, я спасти уже кошечку свою не могу. Ну что, друзья, так, у меня есть 850 монет. И, по-моему, у меня есть бесплатный сейф. Сейчас посмотрим. Да, я могу открыть бесплатный сейф. Ребятки, 5000 монет, вы представляете? Это же круто! Ого, невероятно! 40 рубинов! Вау! И есть, смотрите, ребятки, класс! У нас есть
полноценный теперь костюм нашего Супер Тома. Очень клевый. Так, давайте попробуем открыть еще один. Нет, друзья, на это нам нужно время. Хорошо. Возвращаемся обратно в игру. Так, вот наша Анжелочка. Ребятки, скорее пойдем попробуем отреставрировать наш уютный, клевый городочек. Ого, сколько же здесь огромнейших, огромнейших енотов. С чего начнем? С чего же нам начать? Так, у нас же есть 40 рубинчиков. Давайте, ребятки, здесь попробуем отреставрировать, что здесь. Итак, за работу взялись Супер Том и Супер Анжела. Прогоняйте этих енотов. Ой, какой толстый он уселся, пьет какой-то лимонад. Так, ребятки, продолжаем. Давайте, даже не знаю. А давайте мы вот здесь что-то недостаточно. Хорошо. А здесь? Вперед, Супер Анжела и Супер Том! Давайте вот так вот, прогоняйте его. Отлично. Так, ну что, друзья, немножечко отреставрировали мы свой городочек. И предлагаю вперед скорее собирать снова монетки и снова енотиков. Вперед, поехали. Вернее, полетели или даже побежали. Ай, уносит енот нашего суперфенка. А я беру супер скорость. Так. Ну, что-то не совсем много удалось мне собрать енота, ребятки. С помощью суперскорости я собрала всего лишь 4 енота. Представляете? Да, верно, это совсем мало. Вот тебе громила! Брысь из нашего города! Так. Опа! Как я их влево разбрасываю? Ну, огромное енотище. Ребятки, а как вам эта игра? Кому нравится, не забудьте поставить свой лайк. Мне, кстати, эта игра очень-очень нравится. Вообще такая суперовая. Очень клевая. И очень-очень интересно. Мне здесь нравится, что здесь есть много всяких разных миссий. Ну, в общем, игра очень крутая. Так, я, ребятки, выбегаю на трассу. Захотелось с ней поменять трассу. Так что продолжаем здесь собирать монетки и воевать с енотами, которые, напомню, друзья, захватили наш город. И, кстати, похитили нашего суперхенка, представляете? Ребятки, а кто из вас уже спас суперхенка? Есть такие? Если есть, поставьте лайк и пишите мне в комментариях, кому удалось уже спасти суперхенка. Я, конечно же, надеюсь, что в этой серии нам тоже удастся спасти суперхенка. Ну, если, конечно, у нас хватит времени, ребят, потому что нам нужно очень много монет. Так, и снова я на крыше дома. Здесь, ребят, очень опасно. И очень сложно для меня. Ой, крыша дома, это очень-очень сложно. Признаюсь вам честно. Но думаю, что я справлюсь с этим заданием. Опа! Ха-ха, отлично! У меня получилось! Фух! Ой! Эй! Ай-яй-яй! Ну надо же было такому случиться! Я даже справилась с крышей дома. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно. Так, что у нас есть? Бесплатный сейф? Нету? Эй, как жаль. Ну, ладненько. Есть, смотрите, ребятки, у нас есть бесплатный сейф. 1500 монет. Это же круто. 10 рубинчиков. Это очень хорошо. Вау, у нас есть еще один бесплатный сейф. Класс, еще плюс 1500 монеточек и 15 рубинчиков. И даже 2 наши красные карточки. Классно. Еще! Вау! Ого! Сколько у меня их! Круто! Вот это да! Ребятки, это какой-то подарок нам! Смотрите, сколько у меня даже бесплатных сейфов! Ну, по-моему, все, закончились! Хорошо, давайте возвращаться в игру! Ну что,
Конечно же, пойдемте реставрировать наш городочек. Так, подождите, а сколько у меня монет? Не вижу я, ну ладненько. Давайте попробуем отреставрировать. Эй, енот, отдай сюда нашего супер Хэнка. Куда ты полетел? Давайте попробуем справиться с этим огромной громилой. Хватит у нас монет? Хватает! Невероятно! Давай, супер Том и супер Анжела, вот так его. Да! Попался! Ребята, у нас получилось. Ну что, нам осталось совсем маленькая малость, друзья. Так, еще у нас есть 80 рубинчиков. А давайте отреставрируем нашу лодку, катер. Так, брысь отсюда, енотище. Сейчас мы тебе покажем. Страшно? Ну и что, ребятки, здесь? Ухтышка, какая красивая яхта. Так, порядок. Но нам нужно сейчас, ребята, последний момент, нам нужно 8800 монет и 50 рубинчиков. И тогда мы сможем побороться с боссом. Но, увы, на сегодня, ребятки, время у нас, к сожалению, заканчивается. Давайте вместе с вами мы встретимся обязательно в следующей нашей серии. Приходите к нам в гости, будет очень интересно. Будем бороться с боссом за нашего супер Хэнка. Я вас всех люблю, друзья. Спасибо, что вы смотрите наш канал. Пишите нам свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. На сегодня все. Всем пока-пока. До скорых встреч, друзья.